Есть дофамин, который позволяет нам переживать чувство вот такой радости, связанной с узнаванием. Вот, например, вы идете по улице, и вам навстречу идет знакомый человек. Если это не ваш какой-то враг заядлый, от которого у вас сразу там поднимается шерсть на затылке, вот, то вы автоматически улыбаетесь. У вас возникает улыбка. Вот. Почему? Вы узнали человека. В мире стало что-то знакомое. И вы такие: «О, как хорошо!» Вот. И выделяется дофамин.